всем мире сирот живет столько, сколько живет в нашей стране России. 143 миллиона. Мне было 4 года, когда мама написала отказное письмо и отправила нас вместе с сестрой в детский дом. Было для нас очень трудное время, потому что когда тебе 4 года, с тобой, как правило, никто не советуется, тебя никто не спрашивает, тебя просто садят в машину и куда-то везут. И я помню, нас привезли сначала в детприемник, потом распределили по детским домам, я так попал в детский дом города Лысьва. Было место, где было много детей, и я не понимал, откуда столько детей, и они все плакали. Мне было тогда 4 года, но были дети еще младше меня. И они плакали, и они все ждали своих мам. Они плакали каждый день, и мы плакали. Мы ждали, я думал, где моя мама? Она всегда была рядом, но сейчас ее просто нету, мама. И мы ждали ее, я помню, каждый день проходил, я думал, когда же она приедет? Каждый стук в дверь, бежал к двери, я думал, это мама. Но это была не мама. Садились вместе с сестрой, просто писали, мама, у нас все хорошо в детском доме, у нас кормят вкусно, у нас хорошие воспитатели, мы вот сегодня тем-то занимались, там, вот, сегодня играли там в то-то. Приезжай за нами, пожалуйста. И мы запечатывали письмо и не знали, куда отправить. Мы подходили к воспитателям, говорили, а где жила наша мама? Они просто брали архив, доставали наше дело, смотрели наш адрес, подписывали нам на конверте, и мы отправляли. И мы так отправляли много писем. И мы каждый раз ждали, что мама, она их получает, и она обязательно напишет ответ. Но однажды письмо вернулось. Вернулось письмо, и на нем был красный штампик, и на этом штампике написано, такого адреса не существует. Так прошли годы, и мы поняли, что мама, она просто никогда за нами не вернется. Многие из них, они оказываются в детском доме, потому что у них не было ни хлеба, ни одежды. Их мамы или пили, спивались, и детей забирали социальные службы, или отказывались от них, или просто умирали. Я не знаю, как сейчас, но раньше, вот, в советское время, если ребенок рождался с какими-то физическими недостатками, в больнице вдохновляли родители, чтобы они отказались от этого ребенка. Когда у нас родились рано дети, когда каждый из них весил 1 килограмм 150 грамм, врачи сказали Ларисе, ты еще молода, твои дети максимум 2 недели проживут и умрут. Потом оставишь их в роддоме, родишь себе здоровых, нормальных детей. Проблема нашего общества, что мы стыдимся таких людей. Семьи, которые имеют таких детей, порой стесняются собственных детей. Я думаю, тысячи детей, которые сегодня инвалиды, находятся в детских домах, это кто-то помог родителям принять неправильное, неверное решение. Мы в детском доме не могли делать серьезные шаги к жизни. И у нас было всегда сомнение, что на нас будут показывать пальцем, у вас ничего не получится, вы недостойны. Мы хотели очень многое достичь в нашей жизни. Кто-то достиг, а кто-то нет, потому что больше из детских домов, они отчаянные дети, и у них нет будущего. Их родители бросили. Они очень хотят увидеть свою маму и очень хотят приобрести семью, научиться самостоятельной жизни. Этого нам не давали, потому что мы были в закрытом учреждении. Мы делать могли только то, что было положено делать в детском доме. Праздник в детском доме, и нас туда пригласили. Он ко мне подошел, и мы с ним разговорились. Он очень энергичный человек, очень общительный, и он очень любит детей. Вот, но почему-то именно вот с Сашей какой-то установился контакт.
Он был такой неосязаемый, но что-то было. Я думаю, Саша в этот момент тоже почувствовал это. И было видно, что он это делает от всего сердца. Был готов выпрыгнуть из коляски, чтобы вот просто потанцевать, порадоваться. Дети часто предоставлены сами себе. Я сам пережил это все. Мои родители развелись. Моя мама умерла, когда мне было 10 лет. И я чувствую это в сердце своем. Я чувствую, что через что проходит ребенок, когда он остается один на один. Алексей, он был в команде с Наташей, и он служит детям. Алексей сильный, он человек отзывчивый, и он всегда готов помочь. Там множество детей было в инвалидных колясках, и меня сильно это тронуло. Когда я увидел всех этих детей, у меня прямо в сердце звучало одно слово – отверженность, отверженность. Он сам из детского дома понимает, что это такое. Мы не видели, как наши родители решат какие-то проблемы. Мы не видели, что такое, когда нет зарплаты, нечего покушать. Мы не знали, как они решают эти проблемы. И поэтому, когда мы выпустились из детского дома, мы были фактически не готовы к этому. Я понял, что у этих детей две трагедии в жизни. Первая трагедия – это когда они попадают в детский дом, а вторая – когда они уходят оттуда. Я помню, я выпустился, и я даже не знал, как постираться, я не знал, как заработать денег, я не знал, как приготовить, покушать. То есть из детского дома мы вышли, мы были как в каком-то таком своем мирке жили. Но когда выпустились, мы столкнулись с такими проблемами, как наркомания, алкоголизм. Мы не курили, но после выпуска у нас практически все стали курить, практически все стали употреблять водку. И все девчонки, они у нас практически зарабатывали на панели. Все с кучей хронических болезней были. И было очень трудное время. Было трудное время, мы не знали, как жить. Мы не знали, как зарабатывать денег. Ту стипендию, которую нам давали в училище, мы проедали ее за один день буквально. Мы просто приходили, что-то покупали, устраивали себе праздник живота, съедали все и целый месяц ходили. Мы ложились спать, я помню, мы от голода уснуть не могли. Я помню, мы перед сном просто наливали 1,5-2 литра воды из-под крана, выпивали их полностью, чтобы чем-то наполнить желудок, и только тогда засыпали. Меня как муху тянуло на мед в этот детский дом, то есть, но мне просто было некуда идти. Не было никого, кто бы поддержал тебя вот в эти трудные моменты, но они принимали меня. Они нас принимали, они нас кормили, они давали нам помыться, постираться давали. Я начал воровать, просто от безысходности, когда находили еду, выкидывали ее с балкона, потом приносили в общежитие и съедали ее.
армия оказалась не менее сложной, чем вот эти 3 года в общежитии. Трудно морально, тяжело физически. Она многому научила армия. Это своего рода школа выживания. Школа, которая закаляет характер мужчины. Армия, она сгибает горлых. Думала уже дома о самоубийстве. Поэтому я попала в приют, находилась там где-то 1/2 года, потом меня перевели в 1-й детский дом. Там я находилась 1 год, в 17 лет выпустилась. И когда мы начали смотреть на статистику, каждый 7-й ребенок оканчивает жизнь самоубийством. Большинство девочек попадает на улицу в плохие руки. Ребята подхватываются криминальным миром. Я увидел, что они абсолютно не приспособлены, не адаптированы для социальной жизни в обществе. Большинство из наших детей, с которыми мы воспитывались, их просто кого-то их уже и нету. Рассуждали, что будет, когда мы выпустимся из детского дома, куда мы попадем и что с нами будет. Вася говорил всегда, что меня мама заберет, а Сережа говорил, и я не знаю, ну, отправят в детский дом, значит, в детский дом. Их будущее – это дом инвалидов, и все. Вся их жизнь – это до конца жизни. Они до 18 лет воспитываются в этом детском доме, потом их в дом инвалидов, и на этом крест на них. Больше они оттуда никогда не выходят. Современное общество больше хочет какой-то социальной ответственности возложить на государство. Мы слишком много надеемся на то, что, может быть, государство должно этим заниматься. Или мышление потребителей. Но я думаю, что это ошибка. Нам нужно быть обществом, которое будет помогать нашему государству видеть будущее наших детей и наших внуков. Я подумал, ну если моему сыну есть достаточно места в семье, в церкви, в обществе, которое он окружает, почему нам не попробовать дать возможность еще кому-то это, иметь это место? У этих детей может быть будущее. И вот стала рождаться такая идея, почему бы нам не открыть дом надежды для вот таких вот детей. Им необходима помощь, ведь многие из них могут реализоваться в жизни, чего-то добиваться в жизни, но... Если никто не сделает этот шаг в сторону их, ничем не поможет, то все их надежды бесполезны. Но у них есть достаточно много ума, чтобы в жизни реализоваться. Они очень талантливые, они творческие, они достаточно умные. Когда мы начинали это все делать, денег не было. Но когда начали появляться ребята, когда мы начали им служить, люди захотели участвовать в этом. Когда мы построили на 220 квадратов дом, это все, что мы могли себе позволить. Потом этот дом наполнился столько, что нам еще пришлось снимать квартиру для ребят, и мы не вмещали всех. И мне звонит Наташа и говорит, мы строим дом надежды для выпускников детских домов. Хочешь там жить с большой семьей? Я говорю, да, очень. Выпивала очень часто, и я не видела смысла в жизни. И мне написала ВКонтакте Аня Котельникова из «Источника надежды». Ты не хочешь приехать в дом пожить, в дом надежды? Нам пришлось построить в 3 раза больше. Нашлись ресурсы,
пришли люди, которые захотели участвовать в этом. Кто-то дает продукты, кто-то приезжает, устанавливает мебель, кто-то покупает холодильник для этих детей. И много есть людей, которые участвуют в этом проекте, но никакого отношения к церкви не имеют. Поэтому я глубоко убежден, что на земле хороших людей больше, чем плохих. Когда ребята выходят из детских домов, у них есть определенные деньги, которые у них накапливаются. Это или пенсия из-за потери кормильца, или пенсия по состоянию здоровья. И всегда находятся те, которые начинают им предлагать какие-то идеи, просто потратить эти деньги. И я сказал, что мы никогда не прикоснемся к деньгам этих детей. Я думаю, они им пригодятся, когда у них будет семья. Мы сообщили во все социальные службы, во все контролирующие органы, полицию, прокуратуру, администрацию рая нашего. И делаем это максимально открытым, чтобы люди видели, что мы просто хотим помочь. Когда я видел эти большие дома, я никогда не видел их. Всегда сидели в закрытом учреждении. И нас никогда не вывозили в город, ничего не видели. Мы только видели твою площадку, но когда я увидел эти дома, у меня просто переполнялось сердце от радости, что такие дома вообще существуют и бывают. Я думал, что мои ребята точно не поверят, потому что они никогда, никогда не выходили, даже некоторые на улицу, и не видели даже, что происходит на улице. А что происходит в городе, тем более не поверят. Я стал самостоятельно заниматься. Иногда, честно сказать, очень лень. Иногда заставляешь себя, что это надо делать, надо, потому что это пригодится мне в дальнейшей жизни. И я заставляю себя делать зарядку, заставляю себя отжиматься 10 раз, чтобы мои ступни, они укреплялись. Когда приходят ребята, мы объясняем, что у нас большая семья. В каждой большой семье есть обязанности. К примеру, дежурство по кухне. Да, что из них каждый встанет в плите, и каждый и учиться будет готовить, и кормить своих братьев и сестер. Это мытье посуды, это мытье полов. То есть некие обязанности по дому, как в большой семье. Я не мог что-нибудь себе приготовить. Обычный салат нарезать, что-то туда добавить, допустим, капуста, морковка, огурцы, перемешать это все с майонезом. Я не мог позволить себе взять нож и что-то себе нарезать, допустим, там. Thank you.
Я помню первое время, когда Саша приехал, он был как ребенок. Поначалу перегрузили этого парня вообще эмоционально. Но шло время, парень адаптировался. Его начали приглашать в семьи, его начали брать к себе домой люди. И сейчас он абсолютно чувствует себя комфортно. Среди людей в церкви он коммуникабельный, он общительный. Он не требует себе такого внимания, как он требовал поначалу. Уже вот в этом году будет 4 года, когда мы помогаем этим ребятам. Некоторые из них уже имеют свои семьи. Хотя по статистике выпускники детских домов могут только 1% создать семью. Но мы меняем эту статистику. Многие из этих детей, парни, девчонки, у них никогда не было родителей, тем более отцов. Может быть, я никогда не заменю им отца, но я могу построить отношения отцовские и через это показать отцовскую любовь. Иногда, когда девочки приходят к нам, попадают в детский дом «Надежды», а они уже приходят не одни, они приходят беременные или с ребенком. И нам приходится работать с ними, с тем, чтобы они не оставили своих детей. Я был удивлен, когда мне казалось, что если ребенок прошел через детский дом, через трудности, он никогда не оставит своего ребенка. Оказалось обратное. Там у нас сейчас в доме «Надежды» живет несколько девочек, которые с детками маленькими. Некоторые ребята уже вышли с этого проекта, уже живут самостоятельно, работают, имеют друзей, адаптировались в обществе. Я не удивлюсь, что однажды мы еще будем на свадьбе у того же Саши. Не удивлюсь. Мне нравится то, что сейчас вот в городе Ижевске начали это делать. Я думаю, что это только начало. Я думаю, что это будет не только в других городах, это будет и в других странах. Делать добро – это не просто ограничиться какой-то одной территорией. И я заметил, что это объединяет не только людей, которые имеют возможность, это объединяет всех – и простых, и образованных, и бизнесменов, разных людей. Мне нравятся те директора, которые отслеживают судьбу своих ребят и видят этот хороший пример. Потом обращаются к нам, чтобы мы взяли кого-то с ребят и помогли им. Но я бы назвал бы это партнерство вместе с людьми доброй воли. Нам нужно быть обществом, где люди не потеряют человечность и где они действительно будут заботиться друг о друге. Строить сильное общество не на институтах государственных, а в сознании и в сердцах людей. Я интересно обнаружил, что когда мы начали помогать ребятам с детских домов, то люди начали обращать внимание на это. Было бы все по-другому, не знаю, люди были бы намного добрее. Семью бы я хотела, но пока я еще не готова. Я хочу помочь своей семье сперва. На данный момент подрабатываю. Хочу выучить на дошкольное образование. В университет заниматься с детьми и ездить по детским домам, по приютам также помогать. Вася сейчас учится в Кунгуре и живет в детском доме. Сережа сейчас в доме престарелых. Я
когда к нему приезжал летом, он говорит: «Саша, почему, почему, почему? Твои мечты сбылись, а мои нет». Я не мог ему сказать ничего такого. И я молюсь за него и ходатайствую, чтобы у него тоже были такие же мечты, как у меня. Детский дом, он много что дал. Единственное, что он не смог дать нам, это ощущение семьи. Что как мне, как сироте, всю жизнь не хватало просто любви. Любви отцовской, любви матери. Это тот пробел, который остался у меня внутри. И просто простое человеческое внимание, простая поддержка какая-то, вот это то, что необходимо детям-сиротам. Просто поддержка, просто внимание, чья-то любовь. Любовь воспитателей. Вот наши воспитатели, они были для нас как мамы. Они старались, они как могли любили нас. И это было бесценно. Бесценно — это вот именно человеческое внимание.